Пошла, 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 выпрыгиваем. Ну, Юра, просто как, я ору выше гор. Ищешь во что поиграть, но у тебя мало карманных денег? Тогда мой магазин heroicgames.ru создан специально для тебя. Ведь здесь ты можешь купить Battlefield 1, Rust, CSGO и даже GTA 5 по цене меньше 100 рублей. И это очень круто. Низкие цены специально для тебя, друг. Ссылка на магазин в описании. Дорогие друзья, с вами Юра Чарби, сегодня у нас бегунный в GTA 5 онлайн. Всем здорово, дорогие друзья, посмотри назад, я за тобой бегу, так что я бы тебе не советовал так первым выбегать, ты просто очень дерзкий и смелый чувак. Опа-па-па-па-па-пам! Начинается самый замес, так. Просто люди, просто они месятся, понимаешь? Вы там просто все в этой фигне сидите. Так, ну делаем ставки, выживем мы сегодня или нет, сколько секунд, сколько минут? Не знаю, я побежал, я по таймингу, короче. Тихо-тихо-тихо, по таймингу, не по таймингу, но нужно выживать. Так, хорош. Что-то как-то хаотично двигается и вообще не предугадаешь. Ты там, ты что делаешь быстрее? Блин, меня вдвоем сбили, чёрт! Что это за серый высер? Это твоя сегодняшняя машина, будешь на ней. А ты справа, да, стоишь прям в конце? Я самый первый. Я видел это. Так, ну что, сразу, залпом, открываем огонь. Как там парни, просто лагающий чувак какой-то был. Дрифтим, она офигенно дрифтит. Это мне нравится, но это не для тропы. Это не для тропы. Да, действительно. На тропе машина должна быть устойчивой. Ой. Ой, там толпа их. Зузик. Давай наперед. Наперед, просто наперед. Я вам помогу. Нет. Я слетел. Я на тропе. Я на тропу, короче, приземлился, двух скинул и упал. Ну ладно, нормально. Я вижу. Ой, там трупы летят один за другим. Надо шансы давать друг другу. Да. Так, быстро разворачиваемся и спешим. Офигеть, просто толпа. Боцман. Все, я взял курс. Я взял прямой курс. Да, мочи, вдвоем бегут, у меня разве ускорение. Давай. Нет, я не добегу, серьезно. Я не добегу. Повезло, очень повезло. Там просто Нет, ее расфигачило. Там три машины летело. Еще одна, ты понял, еще одна есть. Вот пацану повезло, просто ногу как не задел ты я ему. О, там первый, смотри, как далеко убежал. По таймингу, я вот сейчас и охочусь за Я Димасту сбил просто топово. Тихо. А тут нет стенки, давай, пробегай. Блин, я еду, надо помогать. Да долбанная машина, она так долго разворачивается, я просто в шоке с ней. Так, я еду. Вот сейчас, ну что такое, почему? Мочи, давай пройти. Не, Неро не тащит, просто Неро без разгона вообще полная фигня. Да, я сейчас выкурю сейчас из этой дырки его. Давай, тащи. Это капец. Чё? Ты бы видел, что сейчас со мной. Блин, повезло! Очень повезло. Побежала? Да, бочи, быстрее, чуть-чуть осталось. Я реально попытаюсь. Просто гони, без шансов. Гони! Да что? Я на тропе, тихо. Мочи, беги за вот ней, делай что хочешь. Я бегу, я сейчас очень. Она скрывает. Нет, мочи, я догоню. Мочи, давай! Она сама спрыгнула, и я по тропе бегу. Отлично, супер, я возьму оружие. Давай, бери снайпу, как вариант. Снайперку думаешь? Убей, да, кстати, просто убей просто кролика пацана. Роджера. Блин, не допрыгнул до пацана. Тихо, а я не вижу никого. Он стоит, где этот проходит. Просто сейчас в лоб сажу. Давай. В лоб хочу собить. Бум! Да как ты не умираешь? Не три раза стрелял, четыре, и все, он умер. Отлично. Лол, нормально. Да. Я улетел выше гор, нормально. Ну что ж, обезьяна моей майки, защищай, я делаю невозможное. Я посмотрю, как тебе твоя футболка или майка там защитит. Уйди, не мешай мне. Попробуем. Я делаю невозможное. Ты хочешь без остановок просто пробежать? Да! Капец, да? Фак, а меня тут толкают, они не дают пройти, это жесть, ты бы видел. Ну, конечно. Хорош. Ага, так я... Ооо! Я просто монстр. Это жесть! Ясно, мне просто все ноги поломали, спасибо. Меня Ака пасет. Мазафакер, акер. Ака мазафака, да. Просто ору. Ооо, вот они тут. Че за наркомания? Ты сейчас выживешь вот так вот, просто пробежав. Все. Пробегав. Я хоть пролетав бы выжил. Удачи, самое главное. Ну что, блин, надо бежать. Ты понимаешь, тут просто 4 машины слева, 2 машины, 3 машины справа. И какой-то наш бегает по платформе за машиной. Вот просто, как ты это сделаешь? Мне знаешь, что кажется? Надень вот. Хорош! Ой, синяя такая голубенькая тачка. Нормально. Ты не представляешь, какая она у меня классная. Просто... Ой, как... Просто...
Нет, 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 нет. Вот, 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 в кучку. Да, нет, нет, хорош! Серьезно, ты скинул кого-то? Да. Как? Я не знаю, я не вижу, что я его убил. Может, он перелетел, конечно, на платформу. Но у меня машина вся красная просто. Я прям начало прыгнул, и это жесть. А, во, убил! Помощь в убийстве, это он выжил, получается, что ли? А, походу да, походу да. Так, ну чё, целимся? Целимся просто, хотя бы просто, кого-то. Просто ор. Нащ! Вот, вот, блин, вот не это... успел! Да! Я перекинул кого-то, супер! Ты смотри, хорошо идут, смотри, на бусте идут четвером друг за другом. Погнали. То есть удобно очень, вот так удобно очень. Я и запрыгиваю. Ой, я качусь на крыше. Ты смотри, как на бусте, кто там бежит первый? Он смотри, как... Они лагают. Да-да-да, у меня конь лагнул. Конь лягнул меня. Конь лагнул, лягнул, пофиг. Ну, блин, они вообще все лагают, ну как? Это жесть, жесть. Так это же им в плюс, а нам в минус, понимаешь? Вообще, пофиг на это. Минус еще. Блин, я врезался, черт. Тихо, они пройдут сейчас. Ой, нет, я не сбил девку эту. Блин, заборы, спасите, пожалуйста. Один первый последний забор. Нет, последний забор практически. Он запрыгнул. Я в рукопашку. Я хотел в рукопашку, нет. Блин, Беркут прошел. А, жесть, это так жестко. Это жестоко, вот чисто повезло на шару. Че наши вот, делали, просто. Я не понимаю. Вот так я вот. Я не понимаю, почему мы не можем так, да? Это жесть. Просто жесть. Там вот что не сверху? Вертолет, танки. Тихо. Миниган. Ясно, понятно. Да может они тебя пощадят? Нет, я сомневаюсь в этом. Чувак, истребитель сел. Ой, жопа, там вертолет есть. Флайеров нет, я бы поджег его задницу. Сержус вообще там раздает. Попробуй, где заборы деревянные. А-а-а, ракеты летят! Тихо. Вот видишь заборы? Вот к правому забору облокотись. И чё ты мне предлагаешь? Потом вот истребитель! Ракета! Ууу, ракета, офигеть! Ты смотри, истребитель сверху. Попробуй, сбей истребитель. А как я тебе, чем я его забью? Если бы он был ниже, то да, если он на ту сторону переедет, то можешь попробовать. Остается прятаться. Ты понимаешь, вот я ему ничего не могу сделать. Единственный шанс только залететь наверх. Он его убил. Сейчас можешь... Нет, все, не можешь. Я передумал. Ой, машина, Юр, машина. Нет, бесполезно, это реально бесполезно. Теоретически, возможно. Ты последняя цель. Он охотится за мной. Ракета, Юр, ракета. Две ракеты летят. Сейчас будет плохо. Прям в лоб летят. Они летят, а вот теперь летят. Бум. Бум, красиво, очень красиво. Просто выживание. Опустись ниже. Ой-о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 й
передохнуть немножко. И прикинь, на истребитель приземлишься. О, кстати! Кстати, возможно. Хорошая идея, да? Фью! Фью! Красиво! Fuck you, bitch! Просто я даже... Ух ты! Что? Ты видел это? Что это было? Я не понял. Бум, просто тебе очень... Как ракета подо мной пролетела? Я не понял. Я тоже видел прям такой фу, мимо тебя пролетел. Вообще, как так? Сбивай! Сбивай истребитель! Блин, пока он на земле стоял. Пока он на земле стоял, нужно его было сбить. Во-во-во, давай, тарань! Блин, тарань его! Вы его тараните, отлично, если у него крыло сломается, то и все, ему капец. Настрой осталось, понимаешь? Он у вас хочется дойти. Ой-ой-ой, разворачивается. Он просто разворачивается. Смотри, трупы машин стоят. Трупы, я один остался, но мне хана сейчас. Попробуем выжить, ребята. Попробуем. Ну, кстати, почему я первым бегу? Вы что, подставить меня решили? Ну-ка, давайте, пробегайте. Юра у нас самый смелый, самый тут просто железный. Тут по таймингу можно успеть перебежать до следующего побега. Ты упал, что ли? Ясно. Да они поняли, они друг друга толкают, не дают. Че, форс упал? Ой-ой-ой. Тихо, опасно. Хорош, успеваю! Ну, успеваю, я да, только... успел. Я чуть сейчас не прыгнул за платформу. Запрыгивай, ты чего меня пугаешь? Тут трое. Так, хорош. Я буду держаться конца, я просто хочу пройти. Ты что творишь? Вот давай, парень, или девушка. Хорош! Тебя назвать вообще? Я двоих обманул. Отлично. А ты их там отвлекай, я пока пробегу тут спокойненько. Вот так. Все, отлично, вот сейчас можно бежать, кажется мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мне не казалось. О, пацана сбили, я выжил по таймингу просто. Отлично. А я тебя вижу, я тебя догнал, кстати. Нет, быстрее. Давай, быстрее. Супер. Я бегу по тоненькой фигне. Помнишь, я делал на тоненьких дорожках? Да. Вот это сейчас похоже. Хорош, я добежал. Все, тихо. Так, что? Здравствуйте, привет. А где мое? Они пацана давят. Где? Да блин, уйди отсюда, что ты машешь мне в лицо. Мы толкаемся.
Нас Кёрдж ждет. А, все, он пролетел, побежали? Давай, давай. О, пацан отвлек. Нет, Серго ждет. Посмотри назад. Эндрю поехал. Мы с тобой понял, не он добежал, он добежал. Посмотри. Офигеть, жестко, жестко. Я побежал, тоже побежал. Не будем ждать, не будем ждать. Пригинаемся. Ааа, фак вам всем, фак! Мы просто вдвоем остались, смотри. Это жесть. О, нас выкинуть может так. Пригнись, пригнись, пригнись. Офигеть, толпы, пошли. Пошла, выпрыгиваем. Просто как, я ору выше гор. Просто задел меня. Просто как. Ты просто как неваляшка у меня упал, ты понимаешь? Ты меня задел, понял и выкинул. Хороший тиммейт. Я просто ору. Во всех делах Юра убивает своих больше, чем врагов. Я поражаюсь тебе. Ой. Это скилл. А, кстати, Беркута три раза уже задавили, а он... Все, вот только теперь он умер. Вот это я зря, походу. Сейчас тебя прокатят по катушке на машине. Нормально, да? Я же... А, сейчас второй прилетит. Я живой еще. Ору. Да, хорошо, пройдешь. Ору, ору, ору. Просто давай. Если пройдешь, будет замечательно. Да, жалко только армии. Я просто... Штилец. Ну ты меня скинул, ну как ты? Штилец просто еще никогда не был бы так близок к провалу. Ору. Зачем? О, меня сейчас... О, мне повезло просто. Очень повезло, да. Сейчас может убить. Везет. Не убьет. Он залезет на забор. Забор, смотри, где забор. Это ж капец, это ж жесть. Ой, все, ты пробежал, изи. Нет, могут сбить здесь. Нет, дальше изи. Все, хорош, да ладно. Я за тебя отдачу. За тобой, беги в рукопашку, смотри, они сзади тебя бегут, выйдем. Ты не успеешь залезть. Я тебе клянусь, ты не успеешь залезть, они тебя выкинут из транспорта. Мне не надо залезать. А, у тебя оружие есть, ну давай встречай тогда. В лоб просто. Бум. Не попал. Еще. Себя не убей. Хана вам всем, черти. Думаете, я просто так вам отдамся после того, что вы со мной делали все это время? Давай. Попробуй с базуки, с приклада с базуки. Он прыгнул, да, я видел. А теперь с тропой по машине. Вот просто вот прям открывай огонь. Нет. Хочешь на гидру? Думаешь, не убьют? Так. Или танк. Вот танк, супер идея. Просто. Главное не упасть, а то сейчас будет просто изи, просто изи. Тут красный пол, да, красная дорожка, очень легко упасть. Так. Аккуратненько, теперь главное не спешить. Вы меня ждали, ребята? А я вас всех люблю. И моя пушка тоже вас любит, расскажи. Ой, машина, слева по курсу, слева машина. Офигеть, повезло. Хорош. Не повезло. Дальнобой. Юрыч, дальнобой. Скорострел, да? Ну, да. Нет, не скорострел. Только не скорострел. Ну, кстати, танк долго перезаряжается, так что все. Так, они все меточки поскрывали. Ты понял, какие они хитрые? Один остался снизу, я его вижу, он справа снизу. Вон он, вот где. Кто это? Да хейтер. Ой, это хейтер. Хейтер. Хорош! Как? Не попал. Давай еще раз. Открыть огонь по хейтеру. Хорош. Отлично. Был хейтер и нет хейтера. Так, а они где-то зашкерились, смотри. Он прям под тобой, вот просто прям под тобой на радаре вижу. Вот под платформой, понял? Вот снизу справа. Вот он. Спалил. Да-да-ка, здравствуйте. Бебец. Хорош. Да. А, и все, затащили. Отлично, ребята.